Азарт соревнований, спортивный дух и положительные эмоции. Пожалуй, все, что нужно для сплочения любого коллектива. Саровская федерация боулинга почти полностью состоит из сотрудников РФИАТ СВНЕЕВ. С 2018 года они регулярно проводят турниры в ресторане «Прайм». Зимняя боулинг-лига не стала исключением. В финале высшего дивизиона встретились 8 игроков. В дивизионе 8 человек, каждый с каждой играет 2 партии. Если обе партии выиграл, это победил 2-0, 3 очка в зачет. Если одну выиграл, то проиграл ничья 1 очко, ну проиграл 0. Ну и по итогам турнира, кто больше всех очков набрал, тот чемпион. Вот так же в каждом дивизионе. Двое худших из дивизиона вылетают, двое лучших переводится на дивизион выше. Стремление к победе и точность движений соперников придавали динамики во время игры. В перерывах между бросками участники смогли перевести дух на уютных диванах, которые расположены рядом с дорожками, насладиться общением и обменяться опытом. После подведения итогов организаторы наградили лучших игроков дипломами, медалями и призами от спонсоров. Алексей Озев впервые соревновался в высшем дивизионе. Мужчина увлекается боулингом почти 2 года. Со временем наработал опыт и технику. В этот раз ему удалось занять 3-е место. Я вначале был пониже в дивизионе, его выиграл. И вот попытался составить конкуренцию в первом дивизионе, высшем. Очень сильный состав. Я шел на первом месте, но последние 2 игры меня подвели. Но я остался в призовых, я этому рад. В ресторане «Прайм» созданы все условия для комфортной игры в боулинг. 8 дорожек фирмы «Брансвик» рассчитаны на игроков любого уровня подготовки. От любителей до профессионалов. Каждая из них оснащена системой автоматического подсчета очков и мониторами, на которых сразу можно увидеть результаты. Администрация идет нам навстречу, ну, практически в 95% вопросов. Всегда находим общий язык. Огромная благодарность клубу «Прайм». Очень удобная площадка, оптимальная площадка для проведения турниров любой категории сложности. Зал для боулинга в ресторане «Прайм» подходит для проведения любых мероприятий. От детских дней рождения до корпоративных банкетов в спортивном стиле. Здесь можно весело и увлекательно провести время за игрой, в уютной атмосфере насладиться блюдами русской, паназиатской и европейской кухни. Дарья Козина, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей «Саров-24».